Здравствуйте, мои дорогие зрители. Мы пришли на рынок. Хочу показать вам цены на продукты именно на базаре, на рынке. Все, поворачиваю камеру. Здесь очень шумно, но все равно решила вам показать. Мы с Лори, прическа у меня, как всегда, не очень, извиняюсь сразу. Все, но самое главное, цены на рынке. Цветная капуста 15, брокколи 25. Такая капуста 25. Так, что мы здесь видим? Нет, это перец. 20. А, здесь вот даже по 15, да? Оля-ля! Ой, как шумно. Баклажаны 20. Помидоры. Быстро-быстро кричит, да? Хурма. Не буду уж прямо все комментировать. Сами видите все, что в лирах. 20. Яблоки. Так, это что? Что-то по 30. Людей. Декабрь месяц, посмотрите. Видимо-невидимо. Рынок битком полный. Лук по 20. Картошка 18. Там вот покрупнее по 20. Перец по 30 болгарский. Так, а вот такой, ну вот мы такой покупаем, это 25. Ой, извиняюсь, люди здесь проходят. Ой, какой насыщенный. 25. Оп, пироба. Здоровается, да? Мы видим здесь вот морковь по 20, зелень. Ага, зелень по 10. А кинза сколько стоит, кинза? С кинзу хочу взять. Кинза по 15. Так, авокадо за 15, здесь есть за 20 дальше. Так. Здесь у нас гранаты. Не вижу, сколько гранаты стоит. Так, капуста. Морковка. Тоже здесь овощи. Значит, свекла, свекла 20, да? Теперь стоит здесь вот зелень разная. По 15. О, все как кричат. Ну, базар есть базар. Огурцы 25. Помидоры вот тоже по 25. Очень много людей. И местные, и турки, и приезжие. Баклажаны. Баклажаны тоже по 25. Мандарины. Лимоны. Там вроде лимоны по 10. Мандарины тоже не знаю сколько. 10 или 15. Да, здесь тоже авокадо по 20. По 15. Радно. Пасту, кстати, вот мы брали фисташковую, зеленая такая вкусная. Сыр, каймак, колбаса, халва, яйца. Там дальше фисташки, мед. Все надо спрашивать, если честно, сколько все это стоит. Ну, смотрите, какие оливки красивые. Там и мед, все. Такое большое разнообразие оливок. Получается по 250, по 170. Разные цены. Яблоки по 15, бананы по 20.
по 30. По 10 даже. Это не знаю, сколько стоит, нету цены. Так, вот там зелень по 10. А, это тыква получается по 15, да? Домашний хлеб продают по 40. Здесь вот разные. Грецкий орех, миндаль, фундук, наверное. Вот здесь немножко поспокойнее. Так, так кричат все. И людей немножко поменьше. Ну, базар. Груши по 15. Здесь яблоки по 10. Смотрите, что даже продаются. Грибы. Рыжики. И грузди. Откуда? Но, тем не менее. Ну, может быть, сейчас они растут. Здесь мандарины. Или апельсины. По 15. Хурма. Дальше по 30. Такая редька 15. Капуста. Апельсины, зелень, так, морковь, 20. Смотрите, какой наш весь сыр с плесенью. Ничего себе. Ну, наверное, это тоже все на любителя, конечно, такие сыры. Ну, наверное, полезны. Как много моркови. А почем мне даже не вижу. А что-то цены даже нету. Сколько морковь стоит? Это пекинская капуста, брокколи, зелень. Это даже 20 зелень. И по 10, и по 20, и по 15. Редиска. Мы всегда на рынок ходили пораньше, а сегодня решили пойти где-то к 5 часам. Посмотрите, людей видимо-невидимо. Очень много людей. В основном местные, наверное, с работы идут. Вот, клубника. Честно, не очень сладкая. 50 по 60. А, это хурма такая маленькая. Мы купили уже тоже там по 30. Другой сорт. Виноград по 70. Когда мы приехали, покупали 35-40. Виноград подорожал. Значит, сезон заканчивается. И базар, смотрю, тоже заканчивается. А мне нужны гранаты. Так, что у нас здесь? Это у нас груши, наверное, да, груши. И вот гранаты. По 40. Что-то гранатов тоже мало. Ну и самое главное, наверное, турецкие сладости. Вот на этом я уже буду заканчивать видео. Потому что, смотрите, уже складываются. Домой. Разные специи. Заходят. Мешаюсь я тут. Давайте немножко дальше пройдемся. Видите, вот уже мужчина убирает. И здесь тоже покажу вам специи. Орешки разные. Там уже дальше вещи. Спасибо, что вы прогулялись со мной. Вот. Решила вам сегодня показать именно рынок и базар овощной. В прошлый раз я вам показывала. Не в прошлый раз, это уже было месяц назад или больше. Вещевой. Сегодня решила показать вам именно продукты. Какие цены. Спасибо. Обязательно увидимся еще в следующем видео. Всем пока-пока. До новых встреч.